Здорово нахрен всем! С вами обзорчик Number Two на Руси дрончик, мазафака и бич. И сегодня у нас будет в студии нахрен уже второй обзор специально для паблика Травма пипец жестокое, отсечение руки, шмалок нахер в висок. Вот, короче, вот для этого паблика специальный обзор, постоянные нахрен клиенты наши. Но прежде чем перейти непосредственно к самому обзору, хотелось бы представить вам спонсора нашего нахрен сегодняшней телепередачи. Спонсором нашей сегодняшней телепередачи является нахрен орех кедровый, ёпты, бля. То есть непосредственно, знаете, дерево кедра произрастает, лес, тайга нахер, лесостепь такой, волына такая растет из земли деревянная. Вот, а сегодня нашим спонсором является непосредственно плод этого дерева. Я еще раз вам демонстрирую нахрен орех кедровый сейчас у меня в руке, и мы его непосредственно продегустируем. Ну, пахнет как орех кедровый. Давайте попробуем нахрен на зуб его. На вкус тоже нахрен как орех кедровый. Нормально. Ладно, нормально, давайте уже мем обозревать, как сказать. Да, сегодня у нас предметом нашего обзора является не просто мем нахрен, а комплексный мем. Это сложный мем, состоящий из множества маленьких мемов. И аудитория этого паблика, она сама не может понять этот мем, но он реально пипец сложный, так что мне самому пришлось посидеть пару часиков там, покумелить башкой. Ну я-то, блин, обзорщик, нахрен я смог вычислить смысл мема. Сейчас я расскажу всем теперь, чтобы все, блин, поржали с мема. Сложность мема нахрен по пятибалльной шкале дрончика 4 с плюсом, блин, то есть это мем такой нормальной сложности, и сразу не понять так просто нахрен. Но давайте же непосредственно я продемонстрирую вам этот мем. Как вы видите, мем, основная картинка, ёпты, бля, идет нахрен фоном. Плюс еще много маленьких картинок. Конечно же, каждая из этих, ёпты, бля, картинок, она мем и по отдельности, но вместе, ёпты, бля, это особая композиция. И сейчас мы перейдем непосредственно к ее разбору. Как мы видим, во-первых, на фоном изображения, ёпты, бля, у нас изображен какой-то китаец, монгол. И это говорит нам о чем, ёпты, бля? О том, что это нахрен надо читать, как эти, блин, японские комиксы, манга, вот. То есть, смотрите, надо читать обязательно вот в таком порядке, чтобы уловить сюжетную, блин, линию. Нахрен вот так вот, ну, сначала этот, и потом вот это и вот это. То есть, вот так вот надо читать, чтобы какой-то сюжет уловить. Давайте попробуем. Для начала мы обратимся к первому мему, ёпты, бля, из списка. Здесь непосредственно у нас изображены бойцы, то есть и надпись «Украина вырождается». Ну, сразу становится понятно, ёпты, бля, что это мем уже с самого начала идет социальная направленность, то, что великая нация некогда, ёпты, бля, 500 тысяч лет существования, потом нахрен начала вырождаться что-то резко, вот. И с этим надо что-то делать, то есть автор хочет обратить внимание нахрен на эту проблему, чтобы люди задумались, надо думать, блин, о этих братьях наших меньших. Значит, социальный начинается мем, а дальше, продолжая социальную тематику, автор уже обращает непосредственно наше внимание на мужские проблемы, то есть простой рецепт конского хуя, это как бы уже не мем, а тут юмора никакого нет на самом деле, то есть для мужчин, которые испытывают проблемы с потенциями, у которых хуй не конский совсем, то есть это специально для них призыв обращен, и я скажу, то есть автор мема, он не говорит конкретно, что нужно делать, он подразумевает, ёпты, бля, что аудитория уже сама догадается, что они знают, вот картинка, они знают, что надо дальше делать, но раз я снимаю этот обзор, значит это не так. Ну что же, я поясню, для чего эта картинка и что автор мема имел в виду. Ну, во-первых, он хотел, подразумевал под этой нахер мыслью зайти на основной канал Drone Media LT Corporation Studio, там присутствует видеоролик, ёпты, бля, сейчас вспомню, Титан Гель, вот, Титан Гель, это такой гель, короче, ну, можно заказать посредством моего канала, вот, ты, бля, то есть берете этот гель, намазываете на свой половой орган, и вот, вот непосредственно, это и есть рецепт конского хуя, так что
ребята, заходите, я оставлю ссылку на это видео в описании, то есть там вы сможете посмотреть обзор Титангейл, то есть, ну, то есть, как он действует, что он, какой эффект дает, ну, понятно, да, короче, вот эта вся тема, как после того, что с членом будет половым с хуем, после того, как намажете на него, какие там эффекты, в общем, заходите на канал на основной, заказывайте Титангейл, вот, и все у вас будет в шоколаде. А мы продолжаем нахрен обозревать мем. Дальше у нас идет уже музыкальная, ты, бля, направленность. То есть автор плана переходит уже к теме искусства. И у нас тут, бля, Витиака. То есть это такие пацаны нормальные. Ну чисто, ребята, русский автомат нахер. Это значит, что надо расстрелять всех нехороших пацанов. В первую очередь он имеет в виду автор, конечно же, тиктошеров и людей, которые занимаются наркобизнесом, потому что, ребята, это нахер надо убирать из Российской Федерации, вообще из нахер всего мира искоренять, пацаны. Вот это пацаны нормальные, потому что у них нахер автомат русский, и он расстреляет этих всех придурков, чтобы они там не дергались. И, конечно, рэп это круто, надпись, ну согласен, ребята, Витя Ака, ёпты, бля, русский автомат, это мощная музыка, это хули мусора такие. И пацаны, типа, херачат эти, ну да, еще рэпер Сява там тоже такое, пацаны жестокие, вот, то есть рэп это тоже нормальное мероприятие. Дальше мы переходим уже к следующему мему, непосредственно автор уже освещает проблему, то есть на картинке мы видим женщину, существо женского пола, и, соответственно, мы уже наводимся на мысль, что автор хочет поговорить с нами о проблеме феминизма. Тут нахер пока рассматривается частный случай в Чувашии, то есть тут написано, очень плохо видно, но надпись гласит «Каждый чувашки по такой майке», а тут «Чайка лакаш». Это на чувашском переводе, ну нахрен, с чувашского языка это означает очень неприличное выражение, которое я не буду здесь приводить. Если хотите, вы забейте нахрен этот переводчик и сами посмотрите, потому что это пипец жестко. Вот. И дальше мы переходим, ну, непосредственно к основной мысли мема. Вообще мем такой весь социальной направленности получается. Вот. Основная мысль мема все-таки состоит в том, вот в этой вот картинке, то есть несмотря на все проблемы, которые нахрен существуют в мире, основная проблема, вот она нахрен, то есть смотрите, хочет какая-то, хочет животное нахрен какое-то убить мужа своего, то есть пацан совершил ошибку, женился нахрен, и вот до чего это доводит, вы понимаете, что... Хочет убить мужа. И внизу еще подпись такая. Понос жгет жопу. Это не просто картинка. Сейчас я расскажу предысторию кратко. Почему произошла такая ситуация. То есть нахрен он заставлял это животное слушаться. Она не захотела. И она решила отомстить пацану нахрен. Что-то ему приготовила жесткое. Блин, он сожрал у него, из жопы потекло что-то. Жидкость по нос. Разжигать начал жопу. А потом, пока он потерял бдительность нахер, она его еще за волосы схватила и хочет убить нахрен, чтобы по нос его еще. И только жопу перевернуть нахрен, чтобы по нос. Вытек пищевод нахрен. Сжег ему все кишки, все глотки. Блин, то есть, понимаете, это на самом деле жестокая очень история, ребята. Поэтому я вам говорю... Это автор здесь говорит о проблеме феминизма. Это есть такие, блин, экстремизмы, идеологии нахер. Есть фашизм, феминизм, ребята, с этим надо поканчивать. Кончать надо с этой херней в нашей стране, ребята. То есть надо взять этих всех, отловить придурков этих всяких, блин, животных. На кол нахер, посадить нахрен на Красной площади, да, чтобы все смотрели, блин. Чтобы выходили тупые мысли из голов людских. Ёпты, бля. Вот, короче, такая фигня. Ну и в конце непосредственно у нас идет обращение уже сюда. Ну то, что это чисто шноми, блин, потому что все-таки мем надо поржать немного. Ну вот поржали, прикольный. То есть такой боец с мечом нахрен. Вот жесткий. Ну, в общем, как мы поняли, мем это непростой, очень глубокий, социальный. И даже политически немного подтекст присутствует, ребята. Конечно, самому до такого догадаться довольно сложно, но теперь вы можете нахрен просто посмотреть данный видеоролик, ты, бля, и понять, в чем же смысл этого мема. Ну и, конечно же, заказывайте Титангейл по ссылке, переходим по ссылке, смотрим видео, понимаем, что это эта тема рабочая, то есть писька реально становится больше, и заказываем, вот.
А с вами был обзорчик Number Two на Руси, Дрон-Дрончик. Подписывайтесь на этот канал, нахрен. Подписывайтесь на паблик Травма Пипец Жесткая ВКонтакте. Подписывайтесь на основной канал, епты, бля, вот. И все ссылки в описании. И до новых встреч, нахрен. Не забываем заказывать Стангель. Рабочая схема.